Гостевые парковки возле жилых домов становятся поводом для разбирательства и вмешательства надзорных органов и отдела по благоустройству администрации района. Довольно часто находятся владельцы автомашин, которые только для себя устраивают парковку, поставив ограждение с цепями и запирающими замками. Как результат, нередко это вызывает жалобы соседей, лишенных возможности ставить возле дома свои транспортные средства. На три такие адреса в городском поселении Щелково выезжали представители отдела по вопросам благоустройства районной администрации и территориального отдела номер 9 Государственного административно-технического надзора. По обращению граждан, проживающих по улице Институтская, дом 19, поступило обращение, что было самовольно установлено преграждающее устройство для парковки автомобилей, то есть для определенного круга лиц. Эту жалобу мы рассмотрели, сделали запрос в администрацию города Щелково на предмет, законно или незаконно установлены вот эти преграждающие устройства. Соответственно, получив ответ, что это незаконно, сейчас будут предприняты меры для демонтажа. На Институтской возле дома 19, а также на Краснознаменской возле дома 17, корпус 1, запирающие ограждения на гостевых парковках были демонтированы. По еще одному адресу, на Октябрьской возле домов 7 и 9, демонтаж проводить не пришлось. По Октябрьской 7-9... Мы пришли и увидели, что на сегодняшний день демонтаж произведен добровольно жителями, либо совместно с управляющей компанией, и территория чистая и очищена от запирающих устройств. По распоряжению администрации у нас было предписание, то, что убрать запирающие устройства для установки автомобилей. Жители самостоятельно установили. Провели беседу, поговорили с народом, объяснили. Ну, в итоге, вы сами видите, чего. Все, что я могу сказать. Ну, то есть убрали. Убрали, жители сами убрали. Демонтаж самовольно установленных ограждений на гостевых парковках по трем адресам – это начало дальнейших действий администрации по приведению в соответствие с действующим законодательством всех тех случаев, когда возникают споры по размещению транспортных средств граждан. Неисполнение предписания по демонтажу самовольно установленных запирающих ограждений на парковках может повлечь и применение штрафов. Если будет установлено лицо, которое произвело установку соответствующих заграждающих устройств, физическое или юридическое, оно будет привлечено к административной ответственности в соответствии с 37-м законом Московской области Кодекса об административных правонарушениях. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».